Из-за крика его фан-клуба я вообще ничего не слышу, дорогие друзья. Сейчас на эту дорожку выходит номинант в четырех номинациях. Ну и, конечно, победитель нашего Евровидения Сереженька Лазарь. Опять вкусный парфюм, опять красиво выглядишь. Хорошо, что ты один, потому что если бы ты пришел с какой-то девушкой, ты же понимаешь, я бы ей набила морду. Вот. Ну, в общем, не суть. Сереж. Все прекрасно, как всегда, Лера. Спасибо, мой дорогой. Да подождите вы, дайте поговорить с человеком. Сереж, угомони своих фанатов. Угомони. А, Сереж, ну, во-первых, я тебе хочу от всей нашей страны сказать, что ты был реальным победителем по голосованию всего мира на Евровидении. Знай это и не бери ничего вообще в голову, то, что там все это было не так. Ты для нас главный, ты для нас любимый и вообще. Но у меня вопрос. Ты в четырех номинациях. Я знаю, что ты перфекционист, и всегда очень волнуешься, и всегда очень трепетно к этому относишься. Как думаешь, сегодня получится взять хоть одну тарелочку? Не знаю. Мне кажется, шансы достаточно хорошие. Прошлый год был очень продуктивный, а так как вручаются тарелки за прошлый год, вполне возможно, что мне повезет, и тарелочка какая-то будет у меня в руках. Если нет, то ничего страшного, буду работать дальше. Ты же понимаешь, что я за тебя болею? Конечно. Я тебя очень люблю. Сереж, удачи тебе! Встречайте! We'll be right back.